Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Мы приглашаем вас с Ларри на прогулку. Сегодня солнечный сентябрьский день, конец сентября. Это такая редкость для нашего сентября в этом году. Одни дожди. Очень дождливый сентябрь. И раз выдался такой денечек, мы на прогулку. Всех-всех берем с нами. Пойдемте, будем смотреть. Смотреть на осень, как все меняется. Может, найдем какой гриб. Будем дышать, любоваться, наблюдать. Всех приглашаем с нами. Что-то такое я красное-красное вижу. Неужели это мухомор? Да, мухоморы пошли. Ларри, смотри, какие грибы красивые. Класс. Все-таки мухоморы. Очень красивые грибы. Очень. Природа же вот придумала. Смотрите, они вот везде лезут, лезут, лезут. Это что? Это признак того, что могут быть всякие грибы. Или вот-вот начнутся. Ну, Ларри, не мешай. Если только у меня какая-нибудь заинтересованность, ему надо сюда наступить, попрыгать. Смотрите. Очень надеюсь, что я и белые грибы сегодня буду снимать так же. Вот смотрите, под яблонькой еще сидит. Какой красавчик. В общем, в саду очень много мухоморов. Ну, я же говорю, не даст. Присесть не даст. Я думала, он один, а их тут 4. 3 больше. 5. О, на мухоморы урожай. Пошли мухоморы. Орешка для Золушки. Их трое. Даже не двое. Трое. 3 яблочка. Люпин начинает цвести. Кое-где. По веточке. А вот смотрите, какое чудесное дерево. Я не знаю даже, как оно называется. Его здесь много. Вы, наверное, знаете. Смотрите, какие у него плоды красивые. Как цветочки. По 2 зернышка я видела где-то недавно. Смотрела в цветочки. А вот же вот. 1, 2. Смотрите, какая красота. Очень красиво, очень. Зеленые листья, голубое небо. И такие вот плоды и ягодки. Чудесное деревце. Не могу насмотреться. А вот и моя калина. Любимая. Я ее первую здесь нашла. Там еще не есть немножко. Ну, не так, чтобы очень. В этом году. Но если ты дождешься морозов, то я приду тебя собирать. Птички не поедят. Никто не соберет, кроме меня. Я очень люблю чай с калиной. Перетертой с сахаром. Это же такая красота. Невероятное чудо природы. Не знаю, как насчет грибов, но мухоморами мы налюбуемся, чувствую. Но это и красиво. Вы только посмотрите, какое семейство. 4.
Люблю я этот старый сад. Он прекрасен. Для меня он самый красивый. Столько связано с ним у меня, столько прогулок, столько мыслей у меня пробежали в моей голове, гуляя по нему. Он дарил и красотой, и вкусными подарками, яблочками. Здесь бывает очень много маслят, пока нету. Я собирала тут. О, Ларри бежит. Ларуська, моя ты Ларуся. Молодец, что не побежал к трактору. Скажи, я сейчас побегу, да? Нам туда надо переходить дорогу. Пусть проедет Ларри, пойдем. Теперь нам с вами надо брать эту вершину, гору, немножко в обход. И вот мы тут, она встречает Ларри. Ларри и прекрасный березовый лес. Солнышко вышло, и сразу тепло-тепло. Я не знаю. Думала о бабочке. Вот какие лужи в лесу, на дорогах. Тепло бы дать лесу, и грибы должны пойти. Воды тут хватает. Уже промочено. Только не хватает тепла, я думаю. Еще я думаю, что грибы уже есть. Только надо ходить там, где они растут. Но мы с Лариком ходим только тут, поближе к дому. Ну и посмотрим. Ну, не вечером же за грибами ходить. Я думаю, уже люди уже прошли сегодня. Проверили. А вот и это что такое? За гриб. У меня какой-то интерес к незнакомым грибам. Желание научиться познакомиться с грибами, не только с этими классическими, которые у нас берут, а еще с какими-нибудь такими интересными, на которые раньше у нас никто внимания не обращал. Но это надо, чтобы кто-то научил. А так буду просто снимать все, что попадется мне на глаза.
нас шумит. Ну вот мы опять в лесу. Теперь будем спокойно гулять, смотреть грибочки вдруг попадутся, а так просто прогуливаться. Вот меня такие тоже интересуют грибочки. Так он какой-то желтый. Я в прошлом году такой дождевик какой-то беленький внутри. О, не такой точно. Был такой беленький, это мякоть его белоснежная внутренняя. Была такая довольно вкусная. Со сметаной я жарил по рецепту. Мне понравился. Это может уже он переспел. Но скорее всего это совсем другой. Прямо рядом с нашей стояночкой что-то блестящее. Я думала, масленочек. Нет, какая-то такая штучка. Что это за грибы такие? Вот это все портит. Не дает мне сосредоточиться. Сразу он тут как тут. И что это за грибочки? Никто не знает. Таких вот много можно найти. Много-немного, но есть. Поляночку нашли. И вот он. Сосновый лес. Будем дышать тут и наслаждаться. Пока есть такой воздух, пока есть такая возможность. Смотрим и радуемся, что мы попали в этот мир, что мы это видели, это все чувствовали. Пока мы тут вместе с этой природой, вместе с Ларри, так, велосипедист. Ну все, встреча завершилась благополучно. А так вообще горючая смесь. Велосипедист с собачкой. Какое-то мягкое, но белое внутри. И вот это вот. Так должно сниматься. Это, наверное, они. Вот эти грибочки, которые я в прошлом году брала. Оно такое приятное. Вот здесь вот белое на ощупь. Они очень вкусные, кстати. Жарить, тушить со сметаной. Ну, хорошо, что у нас так все закончилось. Миролюбиво довольно-таки. Но пришлось и по лесу идти с поводком.
Грибников сейчас можно встретить где угодно. Вот, какой муравейник. Почти никто не ползает. Почти никого нет. Не дала тебе порезвиться, да? Побегать с собачкой. Ну, ты же рычал на него. Да и он на тебя кидался. Поэтому и ты, наверное, да, Ларри? Ты ему отвечал? Лита, кто собирается вырасти? В прошлый раз мы тут опёнка нашли. Одного такого большого на берёзке. А вот берёзка-то с места сдвинута. Может, кто-то искал? Тоже. Сегодня нету. А, Ларри к нам идет. Ларри, Ларри, где ты был? Думал, сыроежки. Но это, по-моему. Хотя надо посмотреть. Не мухоморы, сыроежки. И Бог его знает, что. Что это? Нет, не сыроежки. Ну, какие-то растут. Все-таки же начинают. Не знаю, может, я такой грибник. Или все-таки очень мало грибов. Ларри, 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 красавчик мой, красавчик. А в лесу хорошо. Все-таки, не знаю, мне кажется, я набираю сил, энергии. Люблю березы, дубы и сосны.
Давайте мы с вами постоим возле сосны. Говорят, чтобы набраться энергии, надо прислониться к дереву и немножко постоять и почувствовать движение в своем теле. Вот мы лечимся с вами, набираемся энергии. На самом деле здорово. На самом деле я еще постояла, чтобы не задерживать вас. На самом деле здорово. Какое-то движение. Иголочки такие нежные в каждой части тела. Вот как в церкви, чувствуешь? Божью благодать. Так и здесь что-то происходит. Ну, не напрасно же люди такое говорят. А я так всегда делаю. Я в лесу прислоняюсь к дереву, постою, понаблюдаю. Хорошо. Мы вроде еще немного гуляем, недолго, а уже не такое яркое солнышко. Неужели уже время прошло, и скоро будет вечер? Хотя уже ж лето закончилось, и сентябрь закончился. Дни уже намного короче. Ларик на меня смотрит и удивляется. Ну, что она там лазит? В этих зарослях. Ну, в прошлом году я здесь грибочки искала. Когда нигде я не находила, то здесь были грибы. Но в этом году и тут я не вижу. Зато вижу масленка первого. Маслята. Так маслята все-таки появляются. Масленок. Что? Грибной сезон, я думаю, начинается. Грибы, наверное, мне не стоит сегодня собирать. Просто посмотреть, что я этого одного масленка заберу. Так, маслята появились. Во всяком случае, начали появляться. Значит, ой, если бы вот сейчас солнышко... Хотя бы неделю солнышко, и огурчики бы наши ожили, и грибочки бы появились. Солнышко, жизнь наша. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет такое небо. Пусть у каждого будет хлеб. Я это к чему, что я вспомнила. Вчера и сегодня у меня какой-то день подарков. Обычно мне подарки не дарят. Даже цветы. Редко. На день рождения. Как обязанность. И то не у всех. А вчера неожиданно нам принесли пакет винограда. Да такого отборного, домашнего. Выращенного. Дома. Такой классный, вкусный. Большое спасибо вам. Большое спасибо. Мы немножко, конечно, его попробовали. Мы уже такой пробовали, потому что у нас тоже такой есть. Было, наверное, 5 веточек. И вот же этот мужчина нам его и наделил. А этот я замариновала, представляете? Законсервировала. И вот маслятки. Короче, грибы, по-моему, начинаются. Сейчас очень много в интернете рецептов. И так шфалят, что он такой вкусный. Ну и я попробовала. Зимой буду пробовать. Расскажу.
Как получилось. Сегодня, кстати, сливы хочу замариновать. Хочу вот такое что-нибудь экзотичное, чего не делала никогда. А сегодня мы неожиданно тоже получили подарок. Большое спасибо. Я расстроилась прям до глубины души. Спасибо большое. Особенно потому, что неожиданно. Вообще не думала, не гадала об таком. Спасибо вам, добрые люди. Будьте здоровы, счастливы. Сегодня орехов мы получили. Много-много. И хлеб домашний, только что испеченный. Теплый, пахучий, вкусный. Большое-большое спасибо. Большое спасибо. Я прям не знаю, как радоваться за такое внимание. Спасибо.
неутомимый Ларри все метит. Бесконечно. Этот дуб зеленый-зеленый, вот рядом желтенький, а вот зелененький, чистый-чистый, зеленый. Листья такие большие. О, вырос. А вот веточка зеленая. Это даже не веточка, это третий, наверное. Веточка. И тут же зеленый. Еще только начало золотой осени. Еще много-много зеленого. Я вышла наконец-то к нашему березовому белому лесу, чудесному. И Ларри, он по дорожке бежит. Привет, Ларри! Как здесь хорошо. Ясно, так светло. А вот это вот что такое? Что это такое лезет, прет? Сегодня, то, наверное, будут грибы. Пойдем.
Какая манюня. Вырастет когда-нибудь. Станет такой высокой, гигантской сосной. А сейчас вот, еле удерживает листик на голове. Такая тишина. Такой же. По одному что-то растут. Такие вот штучки. Ты не любишь грибы, Ларри? Да? Но всегда, если меня что-нибудь заинтересует, он тут же будет тут как тут и проверит. И если это будет белый гриб, он обязательно на него наступит. Вроде как я с ним и не особо вообще не занималась. И команду он мало знает. Но он всегда знает, что меня интересует. Всегда знает, когда мы идем гулять, еще когда я открываю дверь дома. Только выглядываю, даже не гляжу особо на него. Но он знает, он начинает визжать, прыгать, радоваться. Удивительно. Хоть еще и не поздно, но мы направляемся уже домой. Можно еще где-нибудь посидеть, отдохнуть и домой. И смотрите, какой красавец. Мухомор. Произведение искусства природы. Тут как тут. Подкрепляется. И так он уже просит этого хлеба. Да никогда в жизни он не просил у меня ничего на прогулке. Это так совершенно случайно взяла. А он теперь, оказывается, проголодался. Не попал. Нюхай. Ларри. Так аккуратненько взял. Молодец. Так здорово. Очень-очень здорово здесь, Люси. Я рада, что вы были со мной. Приходите еще на следующую прогулку. Я, наверное, схожу как-нибудь, если хорошая будет погода, на ставки, на прогулку. Я там давно не была в парке, там такие желтые листья, там много клёнов. А ставки – это волшебство наши деревенские. Надо обязательно сходить. Ну, просто погода была такая, что... Ну, туда придется одной идти, без Лари. Ну, я с вами постараюсь сходить. Ну что, пойдем домой.
прям положил. Ларя, ты так никогда не делал. Ларусик мой, Ларусик. Ларус. Гуляй, Ларя, гуляй. Нам надо домой, Ларе нельзя. Ты что это сделал? Ах ты хулиган. Пойдемте домой. До следующей встречи. Нам туда, в деревню. Вижу красное яблочко, наливное, наверное. И вот, и там, да. Какое яблоко! Будем считать, что это нам подарок за наше путешествие. Больше не видать яблочек таких красивых, краснобоких. Нету. Дальше надо Ларика на поводок и домой. Он от меня уже бегает, на дорогу хочет. Придется его тут подождать. Всего вам доброго. Буду рада, если вам прогулка понравилась. Сегодня прекрасный день после этих дождей. Как здорово! Мы провели время с Лариком и с вами. Привет, привет, привет. Дальше на поводочке пойдем с тобой.
Ларусика, до новых встреч. Присоединяйтесь к нам. Кто любит ходить, смотреть лес, любоваться, дышать с нами этим воздухом. До новых встреч!